и вот, наконец, павлинчик. Тот предыдущий павлин, по всей видимости, был самочкой. У него вообще не было хвоста. Мы все ждали, что он его распустит, а там хвоста вовсе не было. Ну вот, самый нормальный самец. Хвост очень красиво переливается в лучах солнца, который проникает через листья бамбука. Все, ушел.